Европейский проект Рубизма исследовал опыт компании в сельской местности в 11 странах Европы, чтобы выявить инновационные примеры бизнеса и их модели. Миссия Рубизма – изучить и определить ключевые факторы успешных предприятий, чтобы вдохновить и других сделать нечто похожее. Исследование показывает, что сельские инновации тесно связаны с предпринимательской активностью, новаторским духом, месторасположением и наличием сотрудничества между региональными игроками. Однако многие хорошие идеи проваливаются, столкнувшись с экономической реальностью. Даже если в основе лежит ценный инновационный продукт или услуга, неправильная выбранная бизнес-модель может помешать успеху. Рубизма использует Canva-бизнес-модели для визуализации элементов успеха. Эта модель помогает идентифицировать, понять и разъяснить компоненты, необходимые для того, чтобы превратить бизнес-идею в успешное предприятие. Canva-бизнес-модели оценивает потенциал, сильные и слабые стороны компаний, как уже существующих, так и только развивающихся. Ее используют для проектирования совершенно новых идей, помогая предпринимателям продумать все необходимые составляющие успешного бизнеса. Одним из самых важных факторов успешной бизнес-модели является четкое понимание того, кто ваш клиент, каковы его потребности и как их удовлетворить. Важно понимать ценность вашего предложения для клиента. Таким образом, вы можете улучшить свой продукт или услугу и успешно конкурировать с существующими аналогами на рынке. Близость к клиенту и эффективное удовлетворение его потребностей – это огромное поле возможностей и вызовов. Новые технологии могут обеспечить непосредственный контакт между производителем и покупателем, независимо от расстояния между ними. Все больше клиентов ожидают поддержки и сопровождения до, во время и после продаж. Управление взаимоотношениями с клиентами так же важно, как и ваш продукт или услуга, и выделяет вас среди других участников рынка. Ценность вашего продукта или услуги для клиента является ключевым фактором, который определяет ваш дальнейший доход. Будьте готовы к тому, что все виды деятельности предполагают расходы. Прежде всего, определите все ключевые действия, необходимые для разработки, производства и доставки ваших товаров или услуг. Проверьте, все ли сделано для начала вашей деятельности. Для ключевых шагов нужны соответствующие ресурсы, например, навыки и материалы. Ключевые ресурсы каждого бизнеса и их характеристики могут различаться. Это может быть рабочая сила, финансы, природные ресурсы или техническое оборудование. В любом случае, обеспечение доступа к необходимым ресурсам имеет решающее значение для вашего успеха. То же касается и ключевых партнеров. Подумайте, как ваш бизнес взаимодействует и пересекается с другими. Эффективная сеть может включать партнеров, которые помогают в управлении, найме, исследовании рынка или инвестициях. Однако некоторым предприятиям достаточно эффективной предпринимательской жилки одной личности. Все вышеперечисленное подразумевает расходы. Если вы хотите создать жизнеспособный бизнес, позаботьтесь о том, чтобы в долгосрочной перспективе ваш доход превышал расходы. Только когда все элементы бизнес-модели учтены, вы сможете оценить конечные затраты, доходы и возможную экономическую прибыль. Исследования Рубизма показывают, что устойчивый бизнес должен быть не только прибыльным, но и создавать ценность для окружающей среды и общества. Рубизма проанализировал деятельность компаний разной специализации в сельской местности, в том числе экологические производственно-бытовые цепочки, услуги, сельское хозяйство, производство продуктов питания. Результаты этих исследований доступны и могут послужить источником вдохновения. Но не забывайте, успешный бизнес всегда требует вашего личного, нестандартного подхода.